Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я сегодня абсолютно без макияжа, потому что с дороги, поэтому сразу хочу извиниться за свое болезненное немножко состояние. Но мне пришла посылка. Сегодня я только ее забрала от моей дорогой Милочки. И эта посылка, в названии вы можете прочитать, что посылка с Америки. На самом деле это посылка с Израиля, но то, что здесь... Большую часть, да, наверное, практически 90% собрано с Америки, так как Мила в новогодние праздники была в Америке, вот, она собрала эту посылку из Америки, и мы будем открывать ее вместе с вами. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, приятного просмотра. Сейчас мы с вами откроем эту коробку, мне очень не терпится узнать, что там, потому что я вообще обожаю сюрпризы, обожаю открывать коробки, обожаю посылки, подарки. И все такое, поэтому посылка, кстати, в этот раз дошла. Мы уже с Милой обменивались посылками. Я обязательно где-нибудь здесь или здесь оставлю ссылочку на наше первое видео. Обмен посылками. Вот, это уже вторая посылка, она приурочена к 8 марта. Сегодня день, когда я снимаю, 12 марта. То есть, можно сказать, что пришла она практически к 8 марта, поэтому будет приурочена к этому дню. Ой, тут эти... Только вот этих всяких, смотрите, каких милых штучек, буковками Z. Сейчас я их сразу постараюсь отложить в сторону, чтобы не насыпать. Так, первое, что я вижу, это вот такая расчесочка с beauty.com. Это известный сайт, да, такой в фиолетовом цвете. Сейчас я его достану. Я знаю, Мила заказывала и себе такую расческу, и вот заказала мне такую расческу. Очень классно, что у нее есть ручка, потому что дендритизер мне неудобно, что она без ручки. Поэтому буду с удовольствием пользоваться, а свою дендритизер Lady Sava, наверное, пока отложу. Буду пользоваться новенькой. Так, следующий пакет. Сейчас я хочу все достать это. Вот, я положу к себе пакет на руки и уже уберу коробку на пол. Так, следующее, что я тут вижу, это вот такая мочалка в виде сердечка. Очень классно, это тоже Мила с Америки покупала вроде бы. Вот так она выглядит, она для больше для пилинга подходит, то есть она будет очень хорошо очищать кожу, еще она пахнет так, чем-то таким банным. Так, следующее, что здесь есть, я прям не знаю, с чего начать. Следующее, это, конечно же, линзы, потому что я просила Милу отправить мне линзы. То есть линзы это вообще мое все. Мила мне уже отправляла линзы. И тут просто куча линз Aquaview Oasis, которые я ношу. И вот эти линзы, не помню какой, английской что ли, или американской фирмы. Вот в таких коробочках, тут очень много их. И Aquamoys, вот эти я уже пользовалась, мне они очень понравились, однодневные линзы. И также такие же тоже однодневные линзы. То есть вот это все линзы, все для моих глазок. Спасибо большое, Милочка. Теперь я точно не скоро себе буду покупать линзы, это меня радует, конечно. Следующее, что я здесь вижу, это американский шоколад. Написано бельгийский шоколад. Вот, наверное, он с Израиля, потому что тут на израильском 43 грамма батончик вот такой. Я сладкое вообще обожаю. Наверное, сегодня с чаем его и уплетать буду. Да, это молочный батончик. Следующее, что здесь есть, это леденцы, я так понимаю. Вот такие с Америки тоже. Леденцы с мятой, наверное, потому что тут мята нарисована такая. Altoids, the original, celebrated. Вот, в общем, леденечки. Следующее, это жвачки. Я просила Милу с Америки привезти, отправить жвачки, потому что я вообще люблю с разных стран, кто куда ездит, заказывать всем жвачки. Вот это первый. У нас такие не продают жвачки. Trident, фирма. Тропические фрукты. И второе, лайм и клубника. Тоже этой фирмы Trident. 18 тут этих пластинок. Они, видимо, как этот Juicy Fruit пластиночками идут. Вот, очень здорово. Так, пакетик отправляю. Здесь вот такой еще пакетик. Что же там?
Ну, первое, что я вижу, это два карандаша. Простых карандаша. Они тоже, видимо, с Америки. Написано Get Creative at 116 Worcester или Worcester. Не знаю, как правильно. Ray-Ban. Ray-Ban. Вот. С резиночками. Два карандашика. Это будет у меня рисовать, наверное, Кирюша, либо я для чего-нибудь использую. Ну, а следующее, что я здесь вижу, от Victoria's Secret. Я очень хотела что-нибудь от Victoria's Secret. И это такой стик помада. Смотрите, красный. Такой даже больше не красный, алый цвет. Прям насыщенный. Насыщенный. Супер. Буду с удовольствием тестировать его обязательно. Так, следующее, что я вижу. Ура, ура, ура. Иерусалим. Это магнитик. Магнита с Израиля у меня еще нет. Я, кстати, по своей дурости, я тоже хотела отправить Миле магнит с нашим городом, но последний момент не купила его. Вот, магнитик с Иерусалимом, тут верблюд такой. Так, две такие как бы брошки, значка, один очки, а второй такая машина, бибика, супер. Так, следующее, это тоже Victoria's Secret, это уже такой фиолетовая помада такая. Такой цвет я не ношу, но для видео обязательно буду использовать, потому что мне кажется, это очень экстравагантно. Вот, и вот они вот такие одинаковые. У каждой фирмы уже, наверное, есть такие помадки, стики, и они долговечны, они просто нескончаемы, наверное. Так, следующее, что я вижу, магнит с Нью-Йорком. Супер! Смотрите, какой он классный. А с Нью-Йорка у меня тоже еще нет ни одного магнита. Есть, по-моему, какой-то с Америки, но не с Нью-Йорка. Так что вообще супер-супер, спасибо большое тебе. О, что там еще есть? Косметичка! Это кошелечек, косметичка, это тоже Victoria's Secret. Супер! Блески, кстати, блески с нее, ну, немножко осыпаются, но не сильно так. И здесь тени от Wet n Wild. Я тоже их заказывала. Заказывала, в общем, какие-нибудь тени с Wet n Wild. И здесь вот такая троечка. Кстати, это я такую и хотела. Здесь для бровей, для складки написано и на основной цвет. Класс. Я Wet n Wild очень хотела попробовать. С удовольствием попробую, да. Сейчас упакую их только сюда обратно. И значки, наверное, сюда же положу, чтобы... Так, следующее, что здесь попадается, это тоже от Victoria's Secret, ух ты. Это вот такие губки, как брелок, и вот такой блеск для губ. Victoria's Secret, Amaretto, написано цвет Amaretto, это такой полупрозрачный с блесками. Классно, супер. С такой поцелуйчики обязательно этот уберу и прицеплю куда-нибудь себе на сумочку. Так. Ой, а последняя тут в блесках все. Последняя это футболка. Смотрите. I love you, New York. Я тоже ее заказывала. И супер. Очень красивая, она очень качественная. Хорошо тянется. И обязательно я ее, как только рожу, да, после родов буду носить вот такую футболочку. Класс. Спасибо большое, Мила. Я... Безумно тебе благодарна, безумно классные подарочки. Вот такой мешочек у меня остался. Вот, буду все с удовольствием тестить и уже о кое-каких продуктах вам расскажу, фаворитах, наверное, марта, либо во влоге. Поэтому спасибо вам за внимание, спасибо, что были со мной. Всем пока-пока, до скорого.